Итак, друзья, находимся мы с вами на Цементной Слободке. Здесь я начинал снимать Крымский мост. Мои давнишние зрители это помнят. И как я обещал, получил я серебряную кнопку. И сегодня я ее открою и покажу вам, моим дорогим подписчикам, которые у меня есть. Сейчас уже 108 тысяч. 100 тысяч подписчиков у меня было 10 марта 2021 года. Как я обещал, открыть ее на Цементной Слободке перед вами. Вот я ее открываю. Такая здесь коробочка, поролончик. Здесь от Ютуба письмо. Вот, можете прочитать, я не буду. Вот этот ветерок, как всегда. Такая вот визитная карточка. Кто упаковывал непосредственно эту кнопку, если что, к нему можно обратиться. Рик. Ну и, собственно говоря, дорогие друзья, сама кнопка. В целлофане она. Это, видно, открыто уже было на таможне. Проверяли, потому что со Штатов до Москвы она дошла за 3 дня. Еще неделю во Внуковской таможне лежала. И вот она, сама кнопочка. 100 тысяч зрителей. Канал Игорь Корсаков. Благодаря вам, дорогие друзья, эту кнопку я получил. Я думал, это такая недостижимая цель. Тем более, я показывал о стройках. Каналы о стройках довольно-таки медленно набирают подписчиков. Обычно быстро набирают развлекательные каналы там всякие. А вот о стройке очень медленно. И поэтому 100 тысяч подписчиков — это очень большое достижение для моего канала. Спасибо вам, что вы со мной, мои преданные зрители. И вот представляю на ваш суд эту кнопку на фоне Крымского моста. С чего, собственно говоря, все и начиналось, когда я начинал снимать Крымский мост. Спасибо вам, дорогие друзья, будьте со мной. Я продолжаю снимать стройки Крыма, какие сейчас есть. Я думаю, еще много тем у нас будет интересных. Смотрите, комментируйте, лайкайте. И давайте до миллиона доходить, чем черт не шутит. Спасибо. И не смог я отказать себе в удовольствии и показать вам, как проехать по Крымскому мосту перед открытием курортного сезона, посмотреть, в каком состоянии дорога на мосту, как все там выглядит. Ну, в общем и целом, просто прокатиться, снять мост, показать вам. Давненько мы там не были. Ну, а перед тем, как заезжать туда, я решил заехать по разворотной петле на центральный въезд на станцию Керчь-Южная. Посмотреть, в каком она состоянии, если удастся у кого-то спросить, у охраны, может быть, когда ее откроют, может быть, знают. Ну и вот я съехал с трассы Таврида, там специальный указатель есть, и вот перед вами вокзал станции Керчь-Южная во всей красе. Когда откроют? Алло! Вокзал! Ничего даже неизвестно, да? Ну вот охранник только разводит руками, тоже не знает, когда откроют. Может быть, и знает, просто не хочет говорить. Но в любом случае, пока вот въезд на привокзальную площадь закрыт. Как вы видели, стоит шлагбаум. И мы двигаемся с вами дальше, возвращаясь на мост. Сейчас мы уже перед постом ДПС, новое здание поста. Видели мы с вами, как сюда переезжали гаишники из вагончиков. И сейчас вот дальше это досмотровый комплекс автомобильный. Наконец-то он заработал на полную мощность. Здесь вот в большом этом ангаре досматривают грузовые машины, фуры и прочие такие вот большой транспорт. Ну а автомобильный рядышком, там просто выходишь из машины, капот открываешь, багажник, если вот тебя туда попросили проехать, быстренько все делается, там 2-3 минуты и едешь дальше. Ну, пассажиры, естественно, выходят и проходят через рамку металлоискателя, а остается только один
водитель вместе с машиной. Проехали мы досмотровый комплекс. Кто у меня спрашивал, где наш домик с пальмами? Вот он стоит, родной, ничего ему не сделалось. Картина на месте, а то кто-то говорил, срубили ее, вот все на месте. А параллельным курсом с нами двигается пассажирский поезд. Вот он уходит за холм и сейчас будет заезжать на мост. Шум-забор, как мы уже с вами знаем, шум-забор со стороны Крымского полуострова 410, по-моему, метров, уже немножко цифры начинаю забывать, а с таманской стороны 475 или 480, там побольше. На скорости 85 км в час он заезжает вот в этот шум-забор, ну и я держу такую скорость, чтобы выйти вместе с ним, как говорится, на мост одновременно, чтобы не потерять его. Но здесь не все так просто. Еще стоит трехметровый шум-забор на самом мосту непосредственно, на восьмом участке с 307 опорой по 287. Там восьмой участок с седьмым. Но это я называю участки строительства моста. Когда мост строили, разделили его на 8 этапов. Вот это восьмой. Всего 307 опор железнодорожной части моста, а полностью и автомобильного, и железнодорожного моста опор 595. Ну вот, вычтите и получите, сколько автомобильных опор. Их немножко поменьше. Ну, естественно, железнодорожные опоры, посмотрите, они более мощные, уклон здесь более плавный, поэтому подъем на мост и опоры здесь вот намного выше. Потому что автомобильный мост вот более круто поднимается сразу наверх, а для железнодорожного транспорта такие подъемы недопустимы. Ну и вот мы видим с вами поворот. Здесь у нас седьмой участок, строительный седьмой участок идет с поворотом. Все удивлялись, как идет надвижка с поворотом. Здесь металлоконструкции устанавливали при помощи продольной надвижки. Было это все очень интересно. И вот мы с вами подъезжаем к аркам железнодорожного моста. Это арки, шестой участок, 227 метров. Недавно совсем показал я вам буквально эксклюзивные кадры. Я вот посмотрел, в интернете больше нигде не всплывало, как светилась автомобильная арка. Это вот новая подсветка тремя цветами российского флага. Очень красиво. Кто не видел, посмотрите обязательно. У меня есть и в ролике начало этого Белогорского водохранилища вот этот, и есть отдельный ролик, там 3 минутки, как светится автомобильная арка новой расцветкой вот в ночи. Ну, очень красиво. Проезжаем шестой участок, выезжаем на пятый участок. Пятый участок строительный. Начинался он с 220 опоры. И тоже методом продольной надвижки более 2 километров до арки моста надвигали вот металлоконструкции железнодорожной части. Ну, соответственно, и автомобильный тоже методом надвижки делали. Но вот больше и интереснее, мне кажется, вот железнодорожный. Такая здесь массивные такие опоры. Если брать вот от низа арки до зеркала воды 35 метров высота. Ну а общая высота от зеркала воды до самой верхней точки арки — это 80 метров. Так что, дорогие друзья, вот такая грандиозная конструкция здесь в Керченском проливе находится. Поезд наш идет дальше. Средняя скорость, вот когда он вышел из арки, здесь приблизительно около 100 километров в час двигается поезд. Достаточно хорошая скорость, тем более что вот всего лишь от старта на Керчь-Южный и до прибытия на станцию Тамань-Пассажирская 30 минут. Раньше, по-моему, больше было. Сейчас вроде, по моим ощущениям, сократили немножко вот время в пути. И вот 30 минут всего от Керчь-Южная до Тамани-Пассажирской двигается поезд. Это я имею в виду пассажирский. Ну вот скорость у него какая? Около
110 спидометр показывает, плюс на погрешности спидометра где-то приблизительно 105-106 километров в час идет поезд. Хотя вот для пассажирских поездов определена скорость по Крымскому мосту 120 километров в час, до 120 километров в час, а для грузовых поездов до 80 километров в час. Но этот скоростной режим строго соблюдается. И вот такая красота. ТЭП-70БС тащит вагоны поезда. Это у нас поезд Смоленский идет. Ну, здесь вот, к сожалению, съехал я вот в левый ряд, чтобы немножко лучше видно было. Так что не ругайте меня заранее, что по левому ряду еду. В левом ряду, вернее. Ну, для красивой картинки. Потому что так, барьерные ограждения, если бы я ехал в правом ряду, то вообще бы ничего не видно было. А поезд идет красиво. Обратите внимание, помощник машиниста заметил меня. И вот рубашку держит, чтобы ветром не развивало. И помахал нам. Соответственно, я ему тоже помахал. Спасибо. И двигаемся дальше. Вот так, дорогие друзья, дружелюбные локомотивные бригады в поездах дальнего следования. Хотя один раз помню, в Багерово мне фигу показал, вот так высунул из окошка. Самого не видно было, вот когда я снимал прибытие поезда на станции Багерово, и фигу мне сунул. Кто помнит этот момент, у меня даже на камере он запечатлен. Какое-то вот прибытие какого-то рейса, вновь открывшегося, я вот снимал. Так что мои давние зрители наверняка это вот помнят. Ну и вот как красиво двигается поезд в сторону станции Тамань-Пассажирская. Мост 19 километров. Вот сейчас поезд идет по протоке. Протока у нас — это водная гладь между островом Тузла и косой Тузла. Длина протоки 1200 метров, но постоянно там то намывает песок, то размывает его. Глубина тут небольшая на протоке, от 2 до 4 метров. И как сейчас помню, там 22 пролета мостовых было установлено именно на протоке. Ну и входит поезд в шумзабор, как мы его назвали, вот этот шестиметровый шумзабор, он у нас 475-480 метров. А вот маленький забор, который стоит на мосту, он с 1 по 14 опору здесь вот находится. Ну и брат-близнец, досмотровый комплекс с таманской стороны. В принципе, все однотипно сделано. Также пост ГАИ, такое же здание. И досмотр автомобилей, то же самое. Вот здесь будьте осторожны, поставили знак 70, камера работает. Так что сначала 90 вроде бы, а потом следующая камера 70. Так что не прозевайте момент, а то письмо счастья догонит вас по возвращении с отдыха. И мы выехали с моста, сразу скажу, вот первая развязка за мостом, или последняя развязка перед мостом, если ехать на него. Еще, как говорится, есть время вернуться, одуматься и вернуться. Или вот из Крыма, когда едете, можно развернуться и опять на мост. Вот развязка. Вторая развязка будет через 7,5-7 километров. Это поворот на станцию Тамань-Пассажирская и на глубоководный порт Тамань, который мы сейчас с вами видели. Вроде проект еще развития Таманского порта будет одним из самых крупных портов. Там и так сейчас понастроено, я как-то ездил там, просто город в городе, можно так сказать. Ну и потихонечку начинается станция Тамань-Пассажирская. Обратите внимание, стоит Боинг под парами уже с грузами для Крымского полуострова. Стоит, ждет разрешения, когда ему пойти на мост. Ну и сразу скажу, когда я сопроводил поезд, прокатился по мосту, развернулся на Тамани, вот на этой вот, на второй развязке, уже приехал в город и увидел уже, как идет этот поезд по мосту. Ну а мы сопровождаем наш поезд. Это вот единственный пока поезд, который днем идет из Крыма Симферополь-Смоленск. Вот он, этот поезд.
Ну, теперь будет еще Москва-Феодосия ходить. Он, по-моему, тоже днем по мосту идет. Так что можно увидеть красоты вокруг, но не увидите, как светятся арки Крымского моста. Хотя, если едешь в поезде, арок-то особо и не видно, как они светятся. Видно их, когда со стороны смотришь на это все действо. Итак, здесь немного две дороги расходятся. Железная дорога пошла чуть правее, а автомобильная идет прямо по курсу. Напомню, это вот станция Тамань-Пассажирская. От моста она примерно находится там в 10 километрах. Так что, когда будете подъезжать к Тамани-Пассажирской, заряжайте телефоны, камеры перед въездом на мост, кто еще ни разу не был на мосту. Очень красивое зрелище. Ну, вот такой у нас сегодня получился ролик. Спасибо вам, дорогие друзья, что поддерживаете меня. Вот, спасибо вам за серебряную кнопку. Подписывайтесь на канал, комментируйте, а я буду стараться дальше выпускать для вас хорошие, красивые и познавательные видео. До свидания.